Всем мое почтение, друзья, и сегодня 21 июня 2022 года, и вот в этот день Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, заявил, что все безработные, которые официально числятся в центрах занятости, будут привлекаться к разборкам завалов, реконструкции поврежденных зданий и тому подобное. Особенно те, которые в течение 30 дней им предлагалось работа, и они отказывались, будут поставлены перед выбором или идти на общественные работы, или будут сниматься с учета. Более того, эти рабочие, которые согласятся идти на общественные работы, будут получать лишь минимальную зарплату, которая есть официально в Украине. Вы вдумайтесь, вам в течение 30 дней будут предлагать какую-то полную хрень, а потом скажут, или иди на общественные работы, или мы тебя снимаем с учета. При этом Денис Шмигаль заявил, что якобы так они будут бороться с теми людьми, которые годами не получали выплаты и помощь как безработным. Вот как вы относитесь к этому? Это вот справедливо, на ваш взгляд, или это несправедливо? Я лично не считаю это справедливым. Тем более в наше время получать минимальную зарплату на таких вот работах трудных, то уже проще идти в МЧС и получать их зарплату, чем... Ну, короче, вот что вы думаете по поводу этого? Напишите в комментариях.